ты их видишь. Проезжай. Проезжай. Вижу вышку. Назад. Хотя давай блюпринт сломаем, стой. Он, я не почти почему построю. Сейчас я так стрельну сочно. Как минимум убил, по-моему. Еще давай, подъезжай, подъезжай с нашим танком. Только мы подъехали, какая-то началась прям инициация. Танк подъезжает. Вот, их там два. И меня резко рассвело. Я. Еще немного вперед. Хорошо. Нам пилбоксики бы посносить. Далеко? Да. Это мы по пехоте. Зачем ты заезжаешь-то? Нормально, там никого нет. Я не знаю, наши что стоят-то? О, пуш. Подзапушить их, они вон отошли. Trench is clear. Давай. Там вообще чисто. Они туда забегают, наши бы заняли бы. Там ни ПТ, ни арты, никого. Ни пуша, катило танки, которые сейчас завелись. Там стой, осторожно. Короче, стоит два антитанк пилбокса, прям антитанк. Два хачета на дороге, то есть два. Нет, танка. Антитанк не надо, не стреляй. Я не хочу. Я максимум был доктор убил. Назад. Где наши? Вперед. Еще. Ой, трак сбили ему, трак. Пуш. Все, назад. Назад, если бы он ехал назад. 2%. 2%. Help. Defend me. Stay here. Сколько? 11. 11%, guys, help. 16. Высходи лечить. Подъезжает. Другой. 5. Ё-моё. 7. Help, everyone. Давай. 20. Если сейчас ударит, всё, конец. Нет. 23. Help repair. 26. Все, готово. Поехали. Попадание. Не пробил. Go back. Я не попал, назад. Подбитым траком, назад. Not bad. Oh, maybe bad. Я не пробил. Как же хорошо, что он не по нам стреляет. Он так тупит жесточайше. Тут в натуре только бог поможет. Хорошо, помогли, все нормально. Отходим. Гору не надо, там два танка на горе. Спереди прям куда смотрим, по карте, думаю, видишь. Наши сейчас отстукаются, надеюсь, что они приедут. Вперед немного выдвигайся. По танкам-то я буду попадать, по крайней мере, должен. По вот такому наглому пехотинцу в том числе. Танк подъезжает, по-моему, немного. О-о-о. Я не достреливаю. Это как? Он спускается. Ага, ловим его тут. А, их тут два. Я пробил. Его по нему ПТшник лупит. Еще вперед, они там поджались. Не пробил. А нам еще один выкатывается. Стой. Ага, вперед. Он рядом попал, сейчас не пробил. Че? Как он так на гору-то быстро заезжает назад? Отчинил. А. Стукнуть надо. Или там тачка. А, вон справа, куда я смотрю, башня сейчас, там танк. Дистанция 60 метров где-то. Я один на горе. Я не пробил. Боку танк. Мы пробили все. Как он выжил? Еще один танк, прикинь, их тут 4. Огнеметный.
Огонь по нему. У меня на перезарядке только. Нам бы стукнуться. А, здесь тормози. 47. Уходим поглубже. Садись. Огнеметный. И обычный. А, ладно, нам опасно. У нас же при 30% заглушка, все. Вот он. Вот он. Лист. Трак. Смотри, вторую кинет, все, конец. Нет. 58. Yes. Садись. Их там несколько. Я убью вот этого. Ну, по что он нам по нам с лоукаста расстрелять, это правильно, залутай, вот тоже погибнешь. На одной могиле двоих убил. Мне 3 ПЭ. Расчищаемся. Кто там? Не знаю, нашего рубит жестко. Ой, ну давай к ним, да, наши. Так, ладно, что, надо ехать за биматами. Биматов нет совсем. Танки сейчас как раз выехать должен. Зачем? Не знаю. Да, танки пушат. Держимся, вперед, вперед. Еще немного. Ай, ладно. Не пробил, он слева мужик за стикой. Стреймен без стики бомб. Это фласка. Она коцает траки в основном, фласка. Стукнул, давай. 82. Смотри, не задавишь. Живем пока, садись нормально. Пушку. А у нас биматы-то чё? Да, мы же взяли только что 82. Пока стреляемся. Давай, давай, стреляйся, стреляйся, я подчинюсь. Все, давай, отстука там 15%. Во фланг надо ударять им, он туда на ратушу. Они инфентри смотри уничтожают, я же слышу, что они говорят. Пуш-пуш. Поехали. Слева танк, справа танк. Вперед. Мы вдвоем пробили его. Слева мужик со стиками и танк. Слева. То есть я убью, то его никто не убьет. Правильно, а-а-а, правильно, все правильно. Еще хорошо, хорошо. Где танк? Спереди, куда я смотрю. Там только пилбокс АТ. И блюпринт Фоксхолла. Я бы разбил, честно. Еще немного вперед. Ох. Они чинятся. Они немного починились. Там наши ломают пилбоксы. Нам бы стукнуться. Нам сильно прилетело. Я знаю. Один откис, доктор помрет. Там надо пилбокс на одну тыку буквально, честно. Я туда делал дело. Там за ним еще один стоит. А танк слева нападает, куда я смотрю. Да-да-да, ага. Она матешник. О-о-о. Почему наш-то убить его там не может? Танк спереди катится, два танка спереди катится. Ага, да, они по 40 тоже метров стреляют. Ой-ой-ой, два стрельнули, не пробили, я один пробил. Еще будем добивать? Не-не-не-не-не, кого купил бокс? АТ-шка слева. Нет, АТ-шки слева. Там еще не наши пилбоксы сносят. Они в размену. Это АТ-шка стреляет? Угу. АТ-пилбокс.
обычный гарнизон. Нет, там вроде не гарнизон, ты понял. Что, снимем последний? Он не последний, по-моему. Давай пробуем. По-моему, не последний. Может, на этом фланге последний, но... Два танка вроде, да, спереди. Они тоже коцаны. И АТ-шка последняя, давай. Снял? Нет, кого? Я даже не стрелял, я снял пилбокс этого. АТ-райфла. Ой, три танка спереди. Назад, назад, назад. Вперед, вперед. Ты еще по нам три раза попали. Только нам попали только один раз, остальные два рядом. Стукай, я смотрю. А вот по вот этому все три. Давай, ладно, вперед. Вроде отличников. Нет, три танка только на дороге, один пилбокс. Повезло. You really scared. I'm scared. Don't cry. Тихо. Sorry. Ты его переехал. Я что сделал? Они на горе все. У нас тут 4 танка, по идее, да-да-да. И все 4 сороковки, все 4 Давида. Лучше туда мортира бы работала. Они... Ну, газ там не страшен. Там 5 где-то мужиков в окопе. О, и попал. Not clear. Southwest gas attack and rifleman. Как он всю инфу чёрт. Что хорошо, двигаемся, двигаемся. Там только много. А, назад. Это обычный пулеметчик сидит, рестарт через 20. Хорошо, давай. Там из АТ-шника стреляет. Еще и АТ-шник стреляет. Вот соседний АТ-шник. Гаденыш, а. Ну-ка вперед подъедь. Ага, все, его сломали. Ну я бы сломал бы. Все, мы сейчас. Ну если втроем стреляем, то минимальный урон получаем. Давай вперед. Так подбили нашему. Нормально. Выйди, отчини. Сейчас,